Итак, всем привет! Продолжаем проходить игру Ratchet & Clank. И, если не изменяет память, у нас впереди... Это четвертое наше прохождение. Там какие-то гонки на какой-то планете. Куда теперь? В туманности G-34 находится важное устройство. Идите на гонку скейтеров, обыщите канализацию. Испытаем. Рилгар планета. Вот гонки мне особо не нравятся, игры, поэтому не знаю, сложно здесь будет пройти, нет. Внимание, жители Blackwater City. Как вы могли заметить, у нас идите на гонку скейтеров. Наша служба безопасности прилагает все силы, чтобы избавить город от этих существ. Но сначала ребятам нужно проснуться, умыться, почистить зубы, приехать сюда. В общем, это процесс не быстрый. Так что гонка откладывается до их прибытия. Пожалуйста, не выходите пока из дома. Спасибо. Давай разделаемся с этими амибоидами. Надо же опробовать мой новый скейт. Мистер Зуркон тут сказал мне, что хочет пойти с тобой. Заскочи ко мне и купи его, пока мистер Зуркон не передумал. Так, вроде пока нормально все. Вот класс, патронов нет. Так, прошу прощения, минуточку.
Все, я в игре. Извиняюсь. Блин. Ох, прошли. С танками сражаться. Не выходите из дома. Закидаем все гранатами. Патронов нет. А вот и тяжелая артиллерия. Новый уровень пушки. Патронами вообще тяжеловато. Так, патронов нету. Наверняка это не последний.
Так. Да, пока не могу. Что, справимся с ними? Нет, попробуем. А хуй там, даже встать не могу. Повезло. Нужны наноботы. Да. Так, главное не подпускать к себе. Вот класс. Патронов нет. Так, патронов нет, плюс танк.
танком сейчас будет проблема. И в этот момент наш герой понял, что ему настал... Да, мне конец. Всех уложили. Надеюсь, теперь гонку возобновят. Ух, все. Справились. Похилиться. Хорошие новости. Город очищен от амибоидов. И благодарить это стоит двух граждан, Рэтчета и Кланка. Гонка продолжится, так что никуда не уходите. Так. Привет, я Старлин. Осталась Ты гонка. Пришел на гонку? Да. Точку. Энтузиазм? Это хорошо. Ладно, иди внутрь. Первая гонка начнется через пару минут. Бронзовый кубок, серебряный, но с бронзового. Они все закрыты. Так, а как ехать? А, вот. Короче, уже я проиграл тут немножко. Гонщику получить тактическое преимущество над соперником. Для активации ускорителя скейт переходил в режим форсаж. А вот что, прыгать можно? Набрав полный запас азота, Рэтчет активировал систему ускорения. Сейчас, минутку.
Хильдом Ломбакс вылетел с трассы. К счастью, благодаря технической плантации он смог тут же вернуться в дорогу. Дороги, чел! Один из спонсоров этой гонки – Мегафорд. Создатель самой ожидаемой игрушки этого года – просто питомца. Заказывайте скорей! И первый Ломбакс, победивший в гонке. Ну все, первая победа моя в гонках. Приходи еще. Они тут все время разыгрывают клевые призы. Хорошо, когда твой спонсор Гаджетрон. Подумаем. Первое место. Мы можем погоняться за серебряный кубок, но, конечно, у нас есть дела и поважнее. А, будем эй, серебряный, еще нет. Ну давайте попробуем серебряный кубок пройти, чтобы уж отвязаться от этой планеты. Тут все нормально будет, все под контролем. Только, блядь, перепрыгиваю эти ускорители. Блин. Только третий, что ли, еду? Главное сейчас не упасть никуда. Давай. Рэчет выходит вперед. Все. Под конец прям серебряный кубок мой. Вот это круто! Забирай свой приз! Заслужил! От другой навряд ли я осилю. Мы прошли квалификацию на золотой кубок. Так и тянет попробовать. Нет, хорош золотым. Ты меня понял?
Стоит. А вот и кайфотрон, кайф подарит он. Мой помощник. Ну что, народ, еще одну планету прошли с гонками, и у нас остается туманность G34. Обыщите канализацию, завоюйте золотой кубок. Это все мелочи, ладно. На этом заканчиваем. Всем спасибо, кто смотрел. Будем проходить дальше.